Get ready for battle and join the Republic of Gamers. Вот так вот. Прям все поставилось, все остановилось, все распаковалось. Единственное, я не мог на паузу поставить. Сейчас был ролик. Прям сразу после установки вот этих там шейдеров, оптимизации системы. Сразу ролик пошел. И тут показали, как вот на этом уступе, который вы видите слева. Там мужичок свою дочь. А, вон он сидит, вон он. Вон он, видите? Он типа ей имя давал. А тут какие-то старейшины. Вот. Так что вы это пропустили. И нельзя было на паузу нажать. Ну ничего страшного. С лестницы упал. Тёмыч, да ты что? Прости, потом трейд приму. Потом. Чувствую, что сейчас будет месиво. Посмотрим. Тыкаю. О, так. Повествование. Низкий, нормальный, высокий. Более требовательный, сложность, в котором бои будут труднее. Очень высокий. Сверхвысокий. Ой, да давайте на нормальном поиграем. Ну нафиг, вот эти там все сложные. Все, всем приятного просмотра. Элой! Элой! Надеюсь, сейчас попозже еще наши подтянутся. И, ну, естественно, подтянутся, я думаю. О, как много ягод. Ты у нас настоящий добытчик, Баст. Баст. Ну иди, еще мать немножко Нора. Набери. Умница, хороший мальчик. Вот она, это она маленькая, это вот наш главный дети, герой. Уходим. Сейчас же некое, я так понимаю, естественно, повествование. Что-то она должно произойти. Изгой, дети. Не смотрите. А, да, вот ее изгоем называют. Потому что у нее и батя изгой. Ох, пойдем. Охренеть, Тёмыч. Ну ты хоть не ушибся, с тобой все нормально? Ну там, надеюсь, ничего не сломал. Игра. Раст! Помните игру Раст? Он не слышит. Сейчас, походу, дело геймплей это будет за мелкую, что? Да? Пещера? Да. Подарок из прошлого. Новое основное задание. Тут я не вылезу. Что-то, по-моему, громко, да? Мне было громко. Узковато. И вам тоже. Но вроде можно пролезть. Это осталось от Железного мира. Аня, привет. Древние развалины. Плюс шрам на пузе ничего не сломал, к счастью. Ну, это хорошо, что... Хорошо, что так получилось, что все вышло хорошо. Хорошо, что все хорошо. Шрам на пузе ничего. Шрамы мужиков украшают, поэтому нормально. Так, это что у нас тут за Лара Крофт? Расхитительница гробниц. Слушайте, все-таки вот, мне кажется, прям, знаете, по управлению общее первое впечатление. Прям чувствуется порт с с консоли. Рили. Раст не разрешает мне ходить по таким местам. По-моему... Надо искать отсюда выход. Сунсу, что ли, мне поменьше сделать.
что-то виднеется. Не, знаете, что напрягает? Что она бежит более правее, нежели чем левее к экрану. Что это? Мертвец. Что это такое? Стол? Что это за место? Вон там что-то блестит. Странное устройство. Не трожь. Не лезь, она тебя сожрет. Ни хрена себе. Что это? Инопланетные какие-то системы тут. Они везде. Как они работают? Все, чипирование прошло успешно. Чтобы переключить визор, нажмите V. Сенса, кстати, меняется, когда в визор переходишь. Прям очень сильно. Железная дверь. Заперта. А если эта штука поможет найти выход? Дверь бункера. Взрывозащитная дверь. Очень высокая прочность, герметичность не нарушена. Просканируйте комнату. Электромагнитный защитный механизм со стандартным голографическим интерфейсом. Интерфейс недоступен. Опять огоньки. Проводник из армированной платины. Силовой кабель. Фигура. Хранилище. Она как-то связана с дверью. Используйте глаз-замок. Чего? Пометить цель, слышь? Пометил. Иди сюда. Ну и что сделать-то надо? Поближе под... А, во. Кого-то повернуть против часовой. Повернуть по часовой. Свет поменялся. Чё? Пасхалок никаких нету уже в начале игры случая. Блин, к управлению прям надо привыкнуть, реально. Дверь тоже поменяла цвет. Мне реально чувствуется, что это порт с консоли. Прям реально. Замечательно, Ростик. Потом посмотрю, что там в КС-ке добавили за кейс новый. Блин. А общая чувствительность где? X, Y. А, геймпад, вот. Что,
Две, и причем они как-то это... А, ось X, вот нормальная. Давайте вот так что-то попробуем. Ой, а так вообще... Не, что-то фигня какая-то. Вообще низко стало. Блин. Ладно, привыкну. Что это? У него тоже такая штука. Думаешь, мне это нравится? Айзек. Я ничего не мог сделать. Айзек Кларк. Я тебя со спиной. Привет! С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. Покажи. Покажи еще раз. Не мог сделать. Он у тебя за спиной. Привет. С днем рождения, Айзек. Она, походу, дело не вкуривает, что это голограмма. Я сейчас далеко от вас с мамой, но мы все равно можем отпраздновать. Конечно, можем. С днем рождения, Айзек. Папочка тебя очень любит, крепыш. По первым впечатлениям, графончик, ну, неплохой. Не сказать, что прям вау. Хотя я не знаю, сейчас мы выйдем еще на просторы, когда мы будем снаружи, на улице. Какие там у нас будут эти поля, луга, погода и так далее. Баталии, вообще, каков будет геймплей. Потому что на консоли я в эту игру не играл. Аудиозапись. Ну, с Новым годом, дорогой дневник. Можешь себе представить, мы правда устроили праздник? Ну, типа, попытались. Директор Эванс пригласила всех в общий зал. Не знаю, где она взяла праздничные колпаки. Это уже было чересчур. И вот часы отсчитывают секунды до полуночи, и я думаю, интересно, я один понимаю, насколько это символично. Было бы не так плохо, если бы Скайлар опять напилась, но, похоже, то, что у нас с ней было, она считает ошибкой. Интересно, про это место вообще кто-нибудь знает? Или нет? Или чисто мы случайно сюда попали? О, это что за лаги были? А чего они умерли? Что случилось? Обалдеть вообще. Делать записи для потомков? Отличная мысль, директор Эмерс. Как будто я мало постарался для потомков. Как будто это не ради потомков. Я оказался в таком положении. Не ради потомков, хватит. А ради подонков. Достали меня эти потомки. Пошли они... Привет, Рускар. Привет, Мариус. Привет. Привет, ребят. Деска, привет. Чего? Чего это у тебя не ПК, а потато? Это не потато, это томат. Эль томато. Он меня нашел. Раст меня нашел. Я здесь. Я иду. Хвала великой матери. Скорее, хватайся. Хочу себе такой домашний. Нечего тебе там делать. Давай. Да.
Это запретное место, Элой. Да упала я. Это железный мир. А это что в волосах? Ничего. Ты нашла это внизу? Нет. Дай сюда. Нет. Элой! Такие вещи опасны? Нет! Да, бать, ну а чё ты игрушку нашёл себе? Нашла. Ну да, вот видишь, сегодня релиз на ПК. Русскан. Не, ну, прости, это же батя. Раз ты теперь шастаешь где хочешь, пора заняться твоим обучением. Все, пошли. Домой. А завтра с тобой мы пойдем на охоту. Поле. Хватит шептаться с этой игрушкой. Спускаемся в долину. За мной. А у него такой нет штуковины. Он без нее ходит, что ли? Будь внимательной, Элой. Тебе нужно держаться рядом со мной и делать, что я говорю. Я знаю. У тебя еще не зажила рана после вчерашнего падения. Так что с этого и начнем. Возьми сумку для лекарств. Я скажу, что положить. Видишь вот это растение? Оно называется бальзамник. Иди и собери с него ягоды. Давай. Хорошо. А теперь съешь их. Как? Фу. Да, они горькие, зато могут спасти тебе жизнь. Всегда держи под рукой запас целебных ягод, цветов и растений. Где это мы? Это долина – часть объятий Великой Матери. Объятий? Не, ну так, в принципе, эти красиво. Эти земли оберегает племя Нора. Хищные машины здесь не бывают, как правило. Ко мне это не относится, Стасов. Это ты про нее говоришь, а не про меня. Так что не надо тут тролля-ля нам. Ва. Да кто там шлёпает? Ниже по течению будет стадо машин. Я покажу тебе, как на них охотиться. Они опасны? Все машины опасны, Элой. Их силу нужно уважать. Но с тобой буду я. Давай, я уже стрелять хочу из лука. Вон машина. Пригнись и живо за мной в заросли. Стелс мы любим. Тихо! Не высовывайся! Малыши! Нет, Элой. Такие машины зовутся рыской. Надо уметь от них прятаться. Иначе тебе здесь не выжить. Ну хера себе. Я покажу. Слушай, да что это у них вообще за мир тут такой непонятный? Замри! Пускай пройдет! Теперь иди за мной вон туда, в заросли, и не шуми. Стоп, еще один. Подожди. Охренеть. Какие-то... Железные динозавры. Медленнее идешь, меньше шумишь. Пригнись и крадись. Шума совсем не будет. Хотя, кто тебя знает?
Привет, привет. Найс шот. 86. Привет, привет. Спасибо за фол. Добро пожаловать на стрим. Это был последний. Идем. Ой. Батя, стой. Молодец. Тебя не видели и не слышали. Идем. Стадо уже совсем близко. Да я уже хочу стрелять. Лук у бати нормальный. А у меня там какую-то какашку он дал. Детскую пуколку. Ни хрена себе. Кто это? Отвернись. Почему он там? А, это тот малой, который вырос тоже. Не? А, нет. Он улыбается. Тэп! Куда тебя понесло? Тэп! Ты где? Отвернись. Мы изгои, а он в племени. Может, ему не нравится в племени. Значит, он дурак. Ладно, пойдем искать стадо. За мной. Блин, я вот только и не понял, так и не показали, не рассказали, почему они изгои. Вообще, с чем это связано? А ты не отвлекайся, Никитос. Давай, пока, Рускан. Вон, видишь? Эти называются бегуны. Это хорошее, я так понимаю. А, брысь! Не? А зачем ты их прогнал? Ни хрена стадо. Чтобы показать кони, тебе. Кони! Некоторые машины убегают, едва тебя завидев. Таким надо подкрадываться. Не волнуйся. Мы их еще нагоним. Вот увидишь. Теперь иди найди пару камней, чтобы умещались в ладони. Зачем? Не спорь, Лой. Иди набери камней. Я покажу, что с ними делать. Годится. Идем. Угу. Как сильно вы шумите. Окей. Беги, беги, малая, давай. Уроки выживания, идите за Растом. Ни хрена он втопил. Чтобы сделать трёхуровневое передвижение, нажмите. Да я и так понял, без вас. Вот стадо. Сейчас будем бросать камни. Но камнем ведь машину не повредить. Нет, но можно отвлечь. Заманить в ловушку. Насколько... Видишь, там рыскарь. Надо его убрать. Всполошить стадо, и тогда они дорого, все дорого. Успеют разбежаться. Знаешь что? Ну, во-первых, не я собирал, а компания. Машины общаются между собой. Если не заткнуть им пасть. Стой тут наверху. Точнее, собирал-то я лично своими руками. Но я ничего не покупал. Жди сигнала. Элой, брось ко мне камень. А, вот сюда? Куда пошел? Уложил, батя. Все? Что это вот за звук? Так. Теперь путь свободен. Она когда спрыгивает, такой звук дурацкий. Забери из него детали для стрел. Металлические осколки, провод. Взять все. Хорошо. А теперь нарви стебли древесника. Вот он растет. О, да тут уж что себе стрелы крафтишь. Хорошо. Надо. Ты уже нарвала стеблей древесника. Из стебля выйдет древко. Из металлических деталей наконечник. Выберите при помощи так, а затем удержите, чтобы быстро изготовить охотничьи стрелы.
А, подождите. У нас... Все, да? Окей. Сможешь сделать новые стрелы, если колчан опустеет. А этим есть применение. Пошли. Я понял. Короче, ты представляешь компанию Asus? Да, я работаю в компании Asus и стримлю на Twitch, на официальном канале на этом. Так, сиди в траве, Кира. И не высовывайся. Так что добро пожаловать на канал тебе еще раз. Спасибо за фоллоу. Постарайся не шуметь. Надеюсь, останешься с нами. А этим есть применение. Пошли. О! Я думал, мы сейчас кататься будем, а он убивает. Черт! Элой, тебя услышали. Постарайся не шуметь. Че, заруинил я все, да? А этим есть применение. Пошли. Че делать надо, дядь? Пора тебе попробовать силы в охоте. Ща я ему в жбан пропишу. Бегун. Слабая машина. Но даже слабая машина может убить того, хрена себе слабая. Осторожен. Смотри внимательно. Шкура толстая, но есть уязвимые места. Вот глаза. А еще что? Это что, слабое место? Емкость с огнежаром. Уязвимость. Емкость на спине. Еще! Ну все, я справился. Сегодня ты справилась, но тебе еще много всего предстоит усвоить. Завтра опять потренируемся. Что это? Тот мальчик. С тропы испытаний. Идем быстрее. Куда? Да что он не бежит-то? Беги. А, тут можно shift, кстати, не удерживать, а просто один раз нажал и все. Блин, ну, честно говоря, управление мне не особо нравится. Вот реально консольное, прям вот чувствуется этот порт. Не запилена под клаву и мышь. Корпус пушка. Я могу тебе nice shot. Могу вот так вот сделать, показать. Кайфанешь вообще. Пожалуйста. Найс. Его не спасти. Да как не спасти? Рано или поздно машины найдут этого мальчика и растерзают его. Нормально, батя, успокоил. Если я выстрелю, стада охватит паника и его затопчет. Бля, путь там прорисовывается. Но я вижу, куда они пойдут. Хватит уже сочинять. А, батя вообще... А, он в натуре не знает про эту игрушку. Правда, я могу прошмыгнуть. Не вздумай. Не верит. Конечно, малая. Давай. И лук еще отобрал. Ты турной совсем.
Да вот хороший вопрос на счет. Я не знаю, где они. Стой, стой, ты что, меня увидел, что ли? Надо идти медленно и не шуметь, иначе они меня заметят. Ага, можно вот так оставлять путь. Так, окей. Нельзя, чтобы они меня заметили. А где парень-то? А, вон он. Он разворачиваться-то будет, не? Это что, лиса там? Давай, уходи. Этот стоит, да? Нужно посмотреть, как они пойдут. Подходит пока тут. Ой-ой-ой. А, он спиной стоит. Еще чуть-чуть. Давай. Не заметил? А, он что-то, он, видите, это, что-то заметил. Знак вопроса появился, и цвет глаза другой. Ну ладно. Все, я знаю. Как ты это делаешь? Как это возможно? Да замолчи и иди молча. Здорово, Румбон. Привет. Ну, как обычно, в 19:00. Это не игрушка. Стойте. Благослови ее, богиня. Вас обоих. Она меня спасла. Отойди от них, просто... сейчас будет. Замолчи. Они оба изгои. Да что же она? Она безродная. Идем. В сердце матери. Мальчик не должен был с нами говорить. Это запрещено. Пойдем домой. За мной. Че, пойдет трещать? Не знаю дорогу. А, не, я думал, она за ними пойдет. Выяснять отношения. Блин, так и не рассказано, почему они изгои. Вообще не пойму. Че тут у них случилось? Замолчи, парень. Закрой свой рот. Нихера, ей в жбан прилетело. Прямо в слива.
Уходи, безродная! Ну, сейчас луком как натянуть ему? О! Хорош! Опа. Вспыхивающие значки означают моменты выбора эмоций. Только вы решаете, как именно Элой должна проявить себя. Какие значки-то? А, вот. Так, рука. Элой пойдет на прямую конфронтацию. Чего там еще не успел прочитать? Чего так быстро исчезло? Выбросить камень, прицелиться в голову, выбить камень у него из руки. Выбью камень. Хорош. Эй. Дети, уйдите оттуда. Собирайте ягоды. У тебя кровь. Дай-ка посмотрю. Мудак-то, а? Ну-ка, не дергайся. Сейчас. За что? За что они меня изгнали? Элой, сейчас не время. Кто была моя мать? Элой, я же говорю... Ну а что, нет, достал. Нам не дано это знать. Матриархи отдали мне тебя еще младенцем. То есть матриархи знают? Да не, мы ж добрые, найшот. Я хотел жбан зарядить, но думаю, не, ладно, из руки выбью. Они знают? Элой, мы изгои. Как добиться от них ответа? От матриархов? Ну, есть один способ. Мик Марвин, привет. Мне. Но я это опасно. Как? И надо много лет учиться. Ну и пусть. Пока не пойму, Ань, нравится что мне или нет. Что сделать? Скажи. Инициация. Обряд посвящения для молодых. Кто пройдет, станет воином. А самому лучшему матриархи дают награду. Награду? Да, все, что только пожелаешь. Я согласна. Я справлюсь. Я стану лучшей. Ну что ж, тогда пора приступать. Это будет тяжело. На это уйдут годы. Начинаем? Да! Пошли! О, братец Тей у нас. У тебя этот, иконка, смайл. А, кстати, вот этот смайл, он временный? По Сайберпанку. Эксклюзивный. Или нет? Это у игромании, да, выбил? Или у кого? Просто матрица какая-то. Не, понятно, что твичевская. Не за что ее давали. Это его, этот смайл. А, CD Projekt Red давай. Навсегда. Это первая игра, которую я за день посмотрела прохождение. Так и не поиграла. Ничего, такое тоже бывает. А сколько же интересно у него сюжетной линии геймплей занимает часов? Да что творит, да, малая? Ни хрена себе. Просто пипец. О! Все! Ну, наконец-то она выросла. А на PlayStation же 5 новая часть же выходит. Да, там же релиз назначен. И уже и трейлер есть геймплейный. Это она только до ПК добралась, а на плойку уже вторую часть сделаю.
Я же ржуха, это я такое люблю. Она, наверное, тоже родом из Беларуси. Раст! Раст! Где он? 2 дня до инициации, а он куда-то ушел, ничего не сказав? Спасибо, у тебя тоже похоже. Хорошая игра. Вы достигли 3 уровня. Новый уровень. Можете ковем повредить бронемашину, используя... Так, попробуй. Вы можете повалить на землю. Ни хрена себе. Красиво, красиво. Сказал, мы утром чё, пойдем на как-то охоту. Странно, мне кажется. Ну, где он? Куда он подевался? Как будто оптимизация игры какой-то не очень, мне кажется. Иногда прям надо было счетчик FPS подключить. Как будто провалы есть. Как это может быть такое на i9-99-2.0 и на 2080 Ti, а? Ну 2К разрешение тут, хорошо. Ну и что? Ультра настройки. Драйверы последние свежие скачал. Он просто стоит на месте. Что с ним такое? Элой. Все, начинаю на ПК-то срок копить. Это хорошее дело, молодец. Кривуля, привет. Так, все нормально, хорошо, что я умею идти по следу. В чем дело? Ты хочешь побыть один? Нет. Саня, Аминозинка, привет. Надо поговорить. Я думал о твоем обучении. Ты умеешь выживать и охотиться. Но боюсь, одну вещь я забыл тебе объяснить. Или еще не поздно? Давай. Я всегда готова учиться. Случилась неприятность. Это шанс преподать тебе новый урок, но он будет опасным. Ты должна подготовиться, иначе погибнешь. Спустись в объятия и собери там детали для огненных стрел. Огненные стрелы? А что за неприятность-то случилась? Добудь детали и встретимся там, у северных врат в сердце матери. А, у северных врат? На краю объятий? Да. А теперь иди. Тебя что-то беспокоит? Нет, ничего. Чё-то батя врет нам. Волнуешься, что будет после инициации? Да это и так ясно. Тебя примут в племя, а я как был, так тут и останусь. Изгоем. Даже если они меня примут, я все равно... У нас много дел, Лой. Обсудим это потом. Чё-то я не понял, а почему он инициацию не может пройти? Какого хрена? Или что, он по возрасту не проходит? Я соберу все, что нужно. Но по пути повидаю Карста. Элой, когда он с тобой разговаривает, он нарушает закон. Сколько примерно на ПК копить? Ну и так хорошо. Так все же зависит от твоих... Мне нужен не тянет, а с изгоями возможностей. Кроме него никто не торгует. Тогда закупись припасами. Сегодня ночью они понадобятся. Ты меня... Хороший вопрос. Ладно, до встречи у врат. Хороший и странный. Все зависит от тебя, молодой. Батя. Так, что, просто подпрыгнуть? Что-то он сам не свой. Он ошибается, если думает, что я его брошу. Это карта.
Ну-ка. Не, ну... Да не, приличная карта. Приличная, приличная. Да. Приличная. Это нам сюда, что ли? На тебе, жбан. Ладно. Кабана подстрелили немножко. Открыть костер, пройдя... За всю жизнь просто подойдя к нему поближе до... А, точка перемещения. Но после инициации... Вот это нам нужно, нужно, чтобы не бегать по картам потом. Быстрое сохранение. Через два дня я получу ответ. Два дня, и я узнаю, кем она была. И почему я с рождения стала изгоем. Да, мне тоже это интересно. Как будто это можно чем-то оправдать. Почему мы изгои? Точнее, изначально батя изгой. Да уж, везет мне наткнуться на безродных. Где? Ты кто такой? Здесь. Мы должны жить по сердце законам матери. Нашего племени. Еще два дня, они нас защищают. И я увижу, как они там живут. Пусть мать меня столько простит, людей на таком маленьком клочке земли. Наверное, им никогда не бывает одиноко. Странно, я его поприветствовал. Он там себе стоит под нос бубнит. Сюда ближе. Пойдем сюда. О, кстати, на среднюю клавишу мышки еще можно. Не на В. На среднюю клавишу тоже доступно. А ну-ка. Сочное мяско, пожалуйста. Пригодится. Новая зона, костер. Ну, кстати, достаточно близко, вот недалеко же костер был. Тут еще одна точка сохранения. Черти. Ни хрена их сколько тут. Отобразить путь только одного можно. Я понял. Упс. Бля, тут динамическая погода, да? Дождик пошел. Зайца позашел. Да как? Это же мясо. Привет, Дань. Я думаю, не стоит с ними воевать, да? Блин. Это жопой стоит прям.
Бля, он, да он не видит вообще, я прошел рядом с ним. Дальше куда? А, просто дальше, все. Колыбель матери. Азимут! Стоп. А вот это... Стоп. Стоп. Быстрее, Капи, поговорите с Карстом. Господи, что это за слова? Вы меняете у Карста нити мед? Изготовьте огненные стрелы. Ну я пришел сюда. Почему? Что тут? Я не вижу. Что нужно? Смотрите. Двигаюсь сюда. Он показывает вон. Да пошли вы. Дальше пойду. Не понимаю. Раздобудьте огнежар и осколки. А, так все-таки надо их мочить, да? Всех. Мне же нужны как раз эти. Лут с них. Все-таки надо их убивать. Я понял. Видит меня? А чё они разбежались-то? Смотрите, в глаз. Слышь, а какого хрена тогда он вот с этим визором показывает, что у него слабое место, взрывающийся вот эта мандюлина на спине, если в глаз убивается вообще свой это, ваншот. И дождь закончился. Вот, металлический скол. Где я тут еще ушатала? Интересно. Ну вот, смотри. С одного выстрела. Все боеприпасы кончились. Могу попасть точно. Далеко, наверное. О, попал. Найс. Ладно, текаем отсюда нафиг.
Мимо ушей, да? А, я только про спину. Я только про спину услышал. Лутать надо, но я уже налутал то, что надо. Не может быть, чтобы это была всего одна машина. Хотя нет, у меня вон, добудьте огнежар из бегунов. Один из трех. Добудьте из машины осколки. Значит, надо еще убить несколько. Где они есть, я его слышу. Или это не они, просто какие-то звуки. Кабан. Ладно, пошли обратно. Черт! О, а тут вот новые нарандомились. Отлично. Как она умеет? Ух ты, как круто! Я понял, ухожу. Ну. Ёб твою мать! Я все, текаю. Отметить. Где тут еще один? Так я ж вы думаете, я оставлю сейчас в покое? Мне это нужно. Ты откуда ты взялся тут? Охренеть, я же прям в жбан стреляю. Изготовьте огненные стрелы. Все, у меня... этих. Они огненные, во.
мне нравится по ним стрелять. Охренеть. Да ёп, умри! Ладно, все, пошли отсюда. Доминируй. В смысле нравится? Если в них, если можно в них стрелять, я стреляю, Ростик. Знаете, что надо? Чуть-чуть все-таки потише сделать. Вот так вот. Видели, видели, просадка была. Это все оптимизация, сто пудов. Видишь? Кролик, это же ресурс, рост. Кролик, это кролик. Пора идти к Карсту за нитеметом. Вокруг никого. Нужно не бояться, что нас увидят. Наверняка он будет меня ждать. Вот он. Что-то у него тревожит. Ты кто такой? Так, так, так. У меня на пороге изгой. Великая мать, дай мне сил. Великая мать, дай мне сил! Ты так озираешься по сторонам, прямо как вор на базаре. Осторожней, шею свернешь. Сэмпай, привет. Ты же беду всегда приносишь. Будешь тут озираться. Не веди себя как огонь. Чего такой хмурый? Не с той ноги встал? Огонель, погань! Вот пройдешь инициацию и сможешь закупаться у торговцев в сердце матери. А я, может быть, не люблю терять клиентов. А я пройду инициацию. У честных торговцев, которые не имеют дел с изгоями? Именно. Скоро наше преступное общение закончится. Твое дело молчать. Ресурс — это ресурс, кролик — это кролик. Да. А Никита — это Никита. А Ростик — это Ростик. И вообще. Трава зеленая, небо голубое. Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Но все равно приятно. Я про тебя никому не говорила. Только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь?
Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но... Интересно. За что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. В прошлый раз ты говорил, что у тебя есть свободный нить мед. Не продал? Да нет. Но я хочу за него окуляр падальщика. Сама знаешь, особое оружие обходится недешево. Не вопрос. Я недавно завалила падальщика. Есть окуляр в лучшем виде. Так уж и в лучшем. Где он? И где? Продать. Где этот окуляр? Корень. Линза. Это вот это, наверное, окуляр? Я так понимаю. А тут что, можно, интересно? Обличие есть? Ресурсы. Тебе вроде нужен нитемет, но я готов тебе его сбагрить. Ну, что, я не то продал? Где этот окуляр-то? Продать. Огнежар, сочное мясо, мясо. Разрядник, провод, привесник, печной корень, корень. Это все не то. Ты продал окуляр. Да? И ничего, видишь, не происходит. Тебе вроде нужен нитемет, но я готов тебе его сбагрить. Нет, он же попросил окуляр сначала. А, вот теперь я его могу купить. Да. А что тут есть, смотреть, еще праща какая-то. Медленная праща позволяет метать... А, понятно. Канатомет. Боевой лук. Высокоточный лук. Праща Карха. Сундуки. А вон. Вот только теперь смотри мне. Давай-ка поаккуратнее с этим нитеметом, поняла? Я как-то совсем не хочу зацепиться ногой и подорваться на твоей ловушке. Да ну. А так и не скажешь. Ты еще тут будешь? Вдруг мне еще что понадобится? Я буду здесь. Все как обычно. Неси мне любые детали от любых машин. Чем лучше детали, тем больше осколков получишь. Может, взглянешь, что у меня есть на продажу? Кто знает, может, что-то даст тебе фору на инициации. Я уже посмотрел. Зачем ты рискуешь? Торгуешь с изгоями? Каждый раз спрашиваешь. Если тебе хочется поговорить по душам, катись отсюда. Потому что ты сам был изгоем? Да. Меня застукали, когда я лазал по железным руинам за гранью объятий. Матриархи решили, что я запятнал себя. 5 лет дали. Что ты видел среди руин? Да я сам не понял, что. И потом, когда... Я вернулся из изгнания в сердце матери. Все, кого я знал, про меня позабыли. Да и народу там стало так много. Здесь мне больше нравится. Все, иди в задницу. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. Я получила то, зачем пришла. Пора идти к северным братам. Хрен на себе.
Ой-ой-ой, что-то высоко. Нигде тут слезть нельзя. Обходить. Ой, он там сохранял. Как... А, тут можно слезть. Хорошо, что они со мной не разговаривают. А то бы я не сдержалась. Это... Ну нет, это не новая игра. Это новая игра для ПК. А у нее релиз сегодня. А это вообще был эксклюзив на консоли. Плазмоган. А может и можно, может и будет. Что там? Богиня, защити меня. Хорошо. На графон смотрю. Че? А, это. Камень. Окей. А как он там камень кидал? А, на F. Все, да. Прикольно, его и сразу поднять можно. Деревца нам нужны. Че, вам нравится игра, не? Еще костерчик. Элой, ты пришла? Огненные стрелы. Что-то налипло. Я слышала за гранью взрывы и крики. Это и есть та неприятность? Скоро сама увидишь, а пока ждем темноты. Темноты? А я пока опять понять не могу, нравится или нет. У меня прииграться нужно. Это как с этим. Как у меня с Сузимой было. Сначала что-то как-то все тяжко, непонятно, а потом, в принципе, разыгрался. Выигрался, приигрался, и ничего, нормально. Слушай, Раст, я все обдумала. И я хочу сказать, я тебя не брошу. И я... Я не буду. Не буду притворяться, что ты мне чужой. Элой, закон запрещает все контакты. Пускай. Мне все равно. Ты привык следовать закону, Раст. Но мне закон никогда ничего не давал, только отбирал. Натуре. Все, хватит с меня. Элой, я обязан подчиниться. Свежая тёлка. Ну и пусть. Я знала, что ты это скажешь. Мы сделаем так. Я буду приходить в тайне. Меня никто не увидит, все будет хорошо. Ты не будешь со мной говорить, раз это запрещено, но я буду. Это мое преступление. Ты просто слушай. Это все, что я прошу. Ты хорошо все продумала. Ну да. Так что не переживай. Решено. Да. Решено. Я сходила к Карсту и купила у него нитимёт. Даже страшно представить, какую цену он заломил за такое оружие. Нормально, я разобрался. Но оно того стоит. Возможно, скоро проверишь в деле. Я не понимаю. Взрывы слышны из-за грани объятий. Что мы сделаем отсюда? Арбуз вискарю. Будь добра, наберись терпения. Приятного пожирания арбуза и приятного распития вискаря, Сань. Солнце сядет еще не скоро. Надо бы отдохнуть.
Верно. Этой ночью спать не придется. Окей. Какая next миссия у нас? Отдохните у костра. Это куда они пришли? Они вообще никак не реагируют. Не случаем на не на инициацию, может, или что? Открывают врата изгоя? Да не за что. Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Вот тебе и закон. Я ни с кем не говорил. Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. Это настоящие дикие края. Здесь ждут угрозы, каких ты еще не встречала. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пилозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Идите по следу машины. Иди по тропе, тут недалеко. Что случилось с этой хижиной? Машина, вот что. Что же это за машина такая? Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, туша рыскаря. Я заберу детали. Будь осторожна. Ух ты, как я попал-то, а? Мы уже совсем близко. Почему мы охотимся одни? Почему сюда не пришли воины племени? Они здесь уже были. Те туши их рук дело. И завтра они снова выйдут на охоту. Уже незачем будет. Я с этой машиной сама управлюсь. Или погибнуть, о, окуляр еще там у меня. Невнимательно. Если будет Horizon. Ну, там, до начала 12-го где-то так. Пилозубы разворотили весь этот дом? Сколько их было? Симпай, ну это такая штучка. Голограмма. Ну, чтоб ты с ним разобралась. Голографическая этот девайс, который ей позволяет прослеживать траекторию врагов вот этих вот ходячих этих железных динозавров. Некоторые вещи просматривать. Слабые места у противника. Как с ним справиться? Это ты должна понять сама. Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Ты сама по себе. Лучше спрятаться. Я могу укрыться в зарослях. С помощью нитимета можно спустить на пути исследователя полизубля электрическую ловушку, которая его оглушает, чтобы разместить бла-бла-бла. Это какой-то здоровый, да? А, стоп. А если вот так он?
Давай, иди сюда. Я хочу, чтобы ты попал в нити мед, хоть увидеть, что как, что будет-то. Я понял, ухожу. Все, 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 что ты орешь на меня? Твою мать, ты что-то... Да что ты не бежишь-то, дурная? Охренеть. Видят меня? Да, видят. Я понял. Да блин, как от него убежать-то от него? Охренеть. И хелов нету. Вообще не смыться. Никитас! Коншуа, привет! Всем привет, всем хорошее настроение, время провождения, если что, я не слышу без ушей, домой лечу. Окей, окей. Здорово. Коншуа. Так, Ребзи. Короче. Я понял. Ой-ой-ой, тихо. Вот странно, путь показывает, что он ходит по этому периметру. Какого хера он сюда пошел? А, он меня заметил. Да твою мать! Заметил! Бля. Ух, тварь. Вообще не убежать. Где у него слабое место, я не пойму. Не понял. Валим нахрен отсюда, пока он тут лежит. А, вон у него, смотри, уязвимость. Это где? Емкость с огнежаром, но что-то я его не видел. Туловище.
Вопс. Слушайте, по ходу дела сейчас возиться с ним будет нормально. Зараза, напрягает он меня. Привет, Вась! Добрейший вечерочек. Блин, у меня и хелов еще нет. Упс. Блин, вот этот гадина. Ладно, будем ждать его. Что делать? Ай, да нормально. Что мы с тобой должны были созвониться. И вообще, я, естественно, забыл. Или я спал в тот день, когда мы с тобой договорились. Ну, на той неделе, когда болел. Короче, сорян. Ну, так и подвыздоровел я, Вась. Выздоровел. Как твой никнейм читать? Ты про чей? Реттель. Че, не достает? Для этого нужно подойти поближе. Я понял. Серьезно? Хрена себе. Все, сейчас взорвется. Да тварь, ты что, живая еще? Фух, слава богу, а. Я понял, нужно все-таки нить ставить и прям близко подходить и прям в живот ей... Ну, под брюхо стрелять в это взрывающее устройство. А ты где сзади спроси, а то там. Я-то там. Нет, это понятно. Так-то что, мы можем с тобой где угодно созвониться. Попробуй паралич, потом брюхо. Тогда паралич и нужен был. Просто до этого я, видишь, стрелял, он меня замечал, поэтому мы долго бегали. Из-за того, что я не мог скрыться. Он не терял меня из виду, поэтому столько возни было. Зачем я тебя привел? Не для вопросов. Элой. Для того, чтобы испытать меня. Это проверка. Смогу ли я одолеть грозную новую машину? Нет. Пойдем.
Это охотничьи земли. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пилозуба, скольких воинов он бы ранил или погубил? Твой урок — ответ на этот вопрос. А кто-нибудь... Ростик, это тот? Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя. А загугли, пожалуйста, сколько требуется истинной силой обладает это, тот, прохождение по часам геймплей в этой игре. Кто готов служить великой цели? Вот что ты должна усвоить. Чисто сюжетная кампания. Помни об этом, когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Хотя пока каких-то второстепенных здесь ответвлений, миссий я что-то пока и не вижу. Может, они и будут? Мы закончили. Пойдем. Рассвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Настоящий дух воина. Найдешь, во что верить. Я пойду с тобой к хижине. Я сейчас иду не туда. Другие дела. Да? Для деловой-то, а? Какие? Когда придет время, я буду ждать. Тогда увижу тебя там. Увидишь. Что-то он прям явно переживает то, что ее ждет инициация. И что она перестанет быть изгоем. Да ладно. И все-таки мне интересно, что случилось вообще. Почему они изгои? Почему он изгой? Почему его выгнали из племени на пожизненный срок? Оставлю на потом. Пятнадцать часов это просто компания. 3 часов компания дополнения. Окей. 15 часов на компанию, это ерунда, ну, ерунда вообще. Спасибо, что чекнул, Ростик. Че, убьем их всех? Убью. Бегут от меня. Ни хрена. Эти вообще выносятся на раз-два. У вас есть что там было написано? Не прочитал. Все, закрафтили, все нафиг. Бежим дальше. 40 все по 100%. Ну, дополнение я явно проходить не буду. Мне главное сюжетную кампанию пройти. Отец, видимо, крутой. Крутой, конечно, Гретель. Мы тоже не хуже. Иконами, да. Я так понял, мы бежим на инициацию. Все, сейчас вот будет вот это ее. Я так понимаю, инициация это посвящение некое, чтобы взяли в племя. Есть дело.
Давай. Ну, пора. Ты готова? Пока нет. Я скоро вернусь. Знаете, нет, потому что ладно, мне нужно 6 я минут. Я буду здесь. 6 минут, и мы будем готовы к инициации. Алло. Нам нужно поговорить. Алло. Мы пока посмотрим на красивые пейзажи. Какую вам картинку оставить? Давайте вот такую. Нормально? Нет? Не. Или лучше вот туда вот. Вот так. Ща приду. Вася, он из этого. Он из Ми-6. Гретель. Британская спецслужба. Он охраняет канал, поэтому ты смотри аккуратней. Все. Ведите себя хорошо. Это шутка. Ну правильно, любой спецагент скажет, что это шутка. Сначала такой, ха! Я из службы безопасности. А потом такой, о, не, я пошутил. А сам, короче, следит глазом одним. И не одним, двумя, тремя. У него знаешь, сколько глаз? Голубый. Ты готов? Привет, Тём. Да, вроде. Все громче, чем я ожидала. Ты еще не была так близко. Вблизи все кажется больше. Четыре, у меня четыре, а у тебя сколько? Шесть? Как дома? Ну, не знаю. 26. Высший матриарх Тирса поможет. Еще вопросы? Да нет вопросов у матросов. Какой-нибудь совет напоследок. Меня впустит сердце матери. Скажи, что меня ждет внутри? О, испытание, малая. Молодая. Там будут люди, праздник, танцы. А, серьезно? Столько людей ты никогда не видела. Ну что, бухать будут? Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Я думал, центр сейчас файт племени, какой-то будет. Жемчужина священной земли. Погоди. Ты ее полюбишь. Когда был среди них. Поздравляю себя с днем холостяка, международный днем пива, моим отпуском. А сегодня что, днем холостяка? Поздравляю себя и вас всех тоже, кто там это, кто холостяк. Пойдем нашел холостяк всеми вместе. Последние наставления будут? Нет, ты усвоила все уроки диких краев. Меня учил ты, а не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Пошлите в сауну. Ответы. Пошлите. Ну пошлите. А они меня точно примут? Я же говорил. Ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. А что выдерживать-то надо? Кто больше накидается, что ли? Я не пойму. Он говорит праздник там. Племя знает о твоем праве. Ну иди в сауну. Гретель, пошли в сауну. Всеми вместе с нами. Пойдешь? Приезжай. Я готова, короче. Я готова. Все, погнали. Теперь увидимся дома? Меня там не будет, Элой. Ну вы же люди сильные. Я здесь позароновал, не спорю, Рось. Вот, возьми. На память. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность прям ко мне обуза для палка тебя. На двух, о двух концах. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Что-то, ну что, прям как-то грустняво становится. Прощаемся. Скатертью дорога. Я понимаю. Не-не-не, я тебя найду. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Куда, Финляндия? Ты его еще увидишь. Нет, какая Финляндия? Россия. Москву приезжай. Храни тебя, великая мать, Элой. Финляндия. И что ты? Что ты? Ну, нужна нам она, ваша вот эта Финляндия. И тебя.
Ох, ладно. Ну, погнали. Пока. Сначала инициация. А потом я пойду по его следу. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! А вот старейшина. Расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же? Она помнит ее маленькой. Идем со мной. Я ждала этого. Когда раз ты ее на руках держал на уступе. Правда? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. О других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Что происходит? Что делать-то надо будет? Хрена у них тут пусе-мусе. Слышь. Нифига. Это что такое? Прикалываешься? Voice mod. Ты зачем включился? Обновление, что ли, пошло voice mod? Класс. Ну, я приветствую, меня никто не приветствует. Гляньте, у них тут секта. Хардбас. Инициация не для слабых тут. Но ты, по-моему, недостаточно сильно. Да, все правильно. Жара проникает повсюду. О, смотри, а что они тут жмакаются, что ли? Мне лично Карха не мешают наслаждаться праздником. Ты никакой от них теперь вред. Ты так быстро вырос. А вы что тут делаете? Вы что, молчком просто стоите? Верно запомнил твое имя. Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Что ж, это было давно. Я Теп. Ты спасла меня от стада машин, когда была вдвое меньше меня. Стадо! Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Молодец. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я такую фигню ненавижу, когда играешь в Крест Варантом, Пасху, честно, какая-то хрень. Да, это одежду и напрягает. Успехи. Знаешь, Элой, ты находишься один плюс 3, 2 против 2. Специально для тебя. Хорошо в сюжетной игре, еще ничего не страшного. А когда в онлайн... Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Не, анимация лиц здесь говно. А чё надо? Все прослушал. Я опять не слушал, просто так с вами разговаривал. Купить-продать. Купи-продай.
О! О, так все-таки есть здесь костюмы. Предмет воин Нора. Достанется вам бесплатно. Это в чем я сейчас бегаю? А, так, а где стоимость? У меня 84 осколка. Погодите, смотрите. Легкий. Можно обменять на 45 осколков и 5 провода. Эти доспехи прошли проверку на прочность в суровых условиях священной земли. Они выстоят под напором любых стихий. Модификации какие-то там еще есть, да? Эффекты. Охотников, облаченных в такую одежду, труднее заметить или услышать. Доспехи Нора предназначены для воинов из авангарда войска. Металлический нагрудник защищает от рукопашных атак. Средний. Охотников, облаченных в такую одежду, труднее заметить или услышать. Ну это вообще куть люто, гляньте, там нужно 200 металлических осколков. Две линзы, но две линзы это ерунда, вот осколков нужно до хрена набрать. Ну что-то надо купить по-любому, может вот это пока купим? Вот это красиво. Знахарь. Экипировать. Экипировать. Сундуки выкупить. Продать что? Ну пока ничего не будем. Подожди, продавать. А как же костюм, который я шил? Бери. Он теперь твой. Какой костюм? Да ты задолбал! Не хочу я никакой костюм. Да отвали, не хочу. Мне понадобится. А как же костюм, который я шил? А! Бери. Он теперь твой. Да я один бесплатно дали, да, я знаю, но я не хочу. Вот этот же, я так понимаю, нет? Это же бесплатный. Так я же в нем и был. Выбрать позже. Держи. Как будет время, примерю. Вот когда будет время, тогда я примерю. Спасибо, Тэп. А я хочу вот в таком. У меня никогда такого не было. Ну а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. Это не тот костюм, нет. Это другой. Так это тот, который я купил, убирать. Сейчас одел. Ладно. Не буду тебя задерживать. Иди тогда к дому матриархов, если тебе нужна Тирса. Дом патриархи, ты сразу патриархи. Узнаешь. Большой такой, деревянный, снаружи злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. Что сказала? Ооо, картошка из Макдональдс. Слышали? Она сказала: ооо, картошка из Макдональдс. Ни хрена у них тут. Свой музон. Он же должен был принести мне еще брать. Анимация лица мне тоже не нравится. Я, слезай оттуда. Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть. А вот так не хотел? Ну-ка, слезай. Ну хрена. Я жду, когда ты слезешь. Тебе дай волю, так ты мне вообще все запретишь. Ладно, можешь там хоть всю ночь просидеть. И просижу. Кто ловчее, чем... Бывало, надеяться, просто потому, что она дочь вождя. О! А камень скинул обратно, быстро. Ну ладно, мать Нора. Вот ведь полный. Каждый год одно и то же. Хорошо, хоть на тропу испытаний не полез. Ладно, ну вас задница. Слушайте и запоминайте. Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Вначале
Великая мать родила все живое. Люди, машины, звери — все это ее дети. Они мирно жили бок о бок в ее теплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало ее даров. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить. Так, но мне это все и не надо слушать, я так понимаю. Текаем отсюда, у нас вон миссия. Это невероятно. Элой, иди сюда. Карст, что ты тут делаешь? Тихо, мы с тобой не знакомы. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла? И как мило, что ты со мной говоришь. Ну не надо так. Ты же знаешь, я буду завтра за тебя болеть. И полюбуюсь на их рожи после твоей победы. Если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Спасибо. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь скидку. Да ты совсем? Я шучу, Карст. Рада встрече. Давай без этого. Ну, увидимся. Ты будешь воином, когда мы увидимся. Давай уже, все, пока. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Канха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности написано рукой короля солнца Аббада. Убийцы и живодеры! Эй! Его светозарность... Не кидайтесь вы! Люди Нора, подождите! Я Азирам, не Карх. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Ассасин викинги? Не знаю, я не играл. Это ты, Змей? Может быть, симпай. Угонял людей из моего племени так все же, может как быть. Из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Мою родную сестру угнали. 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. Да. И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. А какао просто. Пиццу без какао. Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Какао нальешь? Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Во, другое дело. Спасибо. Бля, какой куклус-клан. Выражение благодарности, написанное рукой короля солнца Аббада, его светозарности 14-го монарха... Ни хрена, это чё она там чувствует с помощью этой штуковины? Он из гостей? Задействуйте визор и посмотрите, что он обнаружил. Обнаружено неустройство? Специальное устройство подключено к системе. У него тоже такая херовина, по ходу дела. И Рид. Так, и чё? Может, ему в бан прописать? На нём визор. Такой же, как у меня. А ну-ка. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомишься? Я... Сейчас приду. Стой! Нет. Все потом. Идти надо. Оу,
Похмелье у него сильнее, чем я думал. Эй, у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины Короля Солнца. Мы все душегубы и победители машин. Много слов. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Борода у него. Вот кого-то он мне напоминает из какого-то фильма, типа. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Конечно, у него это херовина. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить, он мне по душе. А больше не сказать. Любит выпить, это главное. Мне пора на благословение. Я погнал. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу, тебе не место в этом захолустье. В смысле? Ты же умная, ты хороший боец, ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Ты знаешь о чем. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю кому надо. Сможешь начать новую жизнь. А что, переманил? Даже с сестрой тебя познакомлю. У нее связей больше, чем у меня. Ты же сказал, безумный король ее забрал и убил. Ха! Забрал? Да. Убил? Нет. Мою Эрзу так просто не прирежешь. Она сбежала и теперь командует авангардом. Это целая история. Может, расскажу как-нибудь за стаканчиком. В общем, мне тоже пора на благословение. Ну, еще увидимся? Да, да, давай, пошли, 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 пошли. Че, куда обратно? Вниз куда-то идти, да? Че вы там притихли? Смотрите? Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Okay, Lamborghini Mercy. Yo chick, she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your girl, she tryna jerk. Хороший у вас музон, я пошел. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Эта бабка хорошо относится. Святотатство. Сестры. Дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь сделай. Вот это злой взгляд сейчас какой-то был. Зажги. О, а этот вообще же ее не любит. Шакал этот, малолетний. Или он уже не малолетний? Молиться за Раста, за мать, молиться за себя. Но я не знаю. Да, да, за себя. Честь давай. Меня. Того, чего я добилась. Че бы и нет. Ответов, которые я здесь получу. Великая мать, услышь нашу молитву. Пати Бокс 300, что это? Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей, в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не угаснет и не упадет. Так, от одного к другому, передаю колонка JBL.
This is for those who dare to stand up. For those who dare to make a difference. Get ready for battle and join the Republic of Gamers.